Горохов Финикийский. Всем привет, я Наташа. София. Никита. Эльвира. Меня зовут Артур, я с 11 Д-класса. Это педагогический класс. Лера. Меня зовут Виталий. Эля. Ваня. Максим Тимур. Настя. Мама для меня это самое родное. Мама – это, прежде всего, человек, который несет в себе определенные ценности. И этот человек, ну, грубо говоря, распространяет их на своих детей. Этого человека нужно ценить как драгоценность. Любимый человек. Это родное слово. С рождения я сказала, это первое слово впервые. Любовь. Мама – это что-то большее, чем просто слово. Мама – это святое. Мама для меня значит очень многое. Это человек, который, даже если мы с ней ссоримся, я всегда знаю то, что она всегда на моей стороне. Человек, который никогда не пожелает мне плохого, и я очень ценю. Для меня мама – это мой самый лучший верный друг. Это человек, которого я люблю, уважаю, ценю и буду это делать до конца своей жизни. Он самый родной человек. Для меня это самый дорогой человек, к которому я могу обратиться за помощью, за советом, ну и просто поговорить по душам. Уважение, гордость, любовь. Самый близкий и родной человек на Земле. Давно. Я ей это говорю каждый день. Утром встаю, говорю, люблю тебя. И перед сном. Возможно, завтра. Вчера, то есть. Когда у нее был день рождения? Недавно. Ну, пару дней назад. Не так часто. Каждый день. Каждый день. В сентябре? В начале сентября? Вчера. Не так часто, как хотелось бы. Алло. Алло. Ма. Привет. Привет. На какую скатап ты у нее? А? На какую скатап ты у нее? А то вас. Татавак на темин. Конкретно сейчас не могу, она сейчас на работе. Алло. Ну, ты что, идешь домой-то? Нет. Мамуля, я люблю тебя. А что делаешь, жюри сидишь? У меня сейчас денег нету. Алло, мама, привет, что делаешь? На работу собираю всех. Это вам, я тебе кое-что скажу. Что? Я тебя люблю. А? Я тебя люблю. И? В смысле и? А ты меня что, нет? Ну, ты, я не знаю, что ты мне так это вдруг сказала. Просто, что я тебя люблю, чтоб ты знал. Я тебя тоже. Ну все, хорошо, давай. Хорошей работы. Сейчас не могу, мама сейчас занята на работе. А, хорошо. Я уважаю время своей мамы. Ты написать? Да, напиши, вот так покажи. Мы тебе не поверим. Сейчас покажу. Вообще спокойно. Вот мама, короче, да? Мама, я тебя люблю. Я тебе тут хотела сказать, я люблю тебя. Спасибо, дочь, я тоже люблю. Денег нету. Да не, я не за деньгами, я просто хотела сказать. А что у вас там за акция какая-то происходит? Алло, мам. Я тебя люблю. Ага. Что, бабушка? Что? Я тебя люблю. А? Я тебя люблю. Я тебя люблю. А что случилось? Алло, да? Мама, я тебя люблю. А что? А? Нет, просто я тебя люблю. Алло, мам. Я тебя люблю. Алло, мам. Я тебя люблю. Что такое? Ничего, просто так позвонила сказать. Что ты меня любишь? Да. Я тебя тоже сильно люблю. Ну все, сказала. Ну что, у тебя челлендж, что ли, какой-то? Нет, не челлендж, просто так позвонила. А,